Добрый вечер, мои славные малыши-телезрители. В эфире Угличского телевидения детская вечерняя передача «У Лёвушки в гостях». И сегодня я весьма рад вам сообщить, что в почту нашей передачи пришло еще одно письмо. А прислала его девочка Наташа, помните, которая прислала в нашу передачу такую загадочную посылку, но забыла написать свою фамилию. Вот теперь все как раз и открылось. Пишет она: «Здравствуй, Лёвушка, это опять я, Воробьёва Наташа. Хочу тебе рассказать о львах». Что же, очень интересно, Наташа, молодец. Итак, долгое время львы были действительно властелинами африканских саван. Местные жители охотились на них редко. Но вот пришли люди, и с ружьями, и львов уже не могли спасти ни сила, ни ловкость, ни смелость, ни умение прятаться. Интересно, сам лев, а многих вещей вот не знаю про себя. Спасибо тебе. Так очень скоро их почти полностью уничтожили. Как жалко, а? Сейчас львы сохранились только в некоторых районах Центральной Африки и в заповедниках, а также в очень небольшом количестве в Индии. Хочу добавить вам, ребята, что один очень интересный экземпляр остался на Угличском телевидении, как вам уже известно. Так, читаем дальше. Сначала думали, что уничтожение львов приведет к увеличению количества копытных животных. Ага. А получилось наоборот. Оказывается, львы уничтожали в первую очередь больных слабых животных, и поэтому заразные болезни не распространялись широко. Так, ну все, письмо заканчивается на этом. Видать, Наташа что-то не успела дописать. Значит, я смею надеяться, что в следующем письме она нам эту историю расскажет дальше. Вместе с письмом Наташа передала в передаче «У Лёвушки в гостях» два вот таких рисунка. На одном, я так понимаю, автопортрет, вот, а на другом... Вот, лисичка и колобок. Наверное, Наташа посмотрела перед этим мультик про колобка, да? Вот, смотрите, пожалуйста, вот такая девочка и сказочная история. Ну что ж, спасибо тебе большое, Наташа. Спасибо всем моим малышам-телезрителям, кто смотрит передачу и кто присылает в нее свои письма и рисунки. Ну а я с большим удовольствием предлагаю всем нам посмотреть мультфильм. На этом, друзья мои, Лёвушка прощается с вами с надеждой, что завтра я получу еще какое-нибудь письмо от одного из моих дорогих и любимых малышей-телезрителей. До свидания, пока!